Не понял. Может ли быть доказательство? Во-первых, обращайтесь к МЮ. Это... В противном случае я бы просто пропустил. Что-то мы идем с вами на рекорд, да? Еще минут 5-6, и мы побьем. Юрий говорит, может ли быть доказательство факт нереального отклонения статистики? Так, стоп. Во-первых, начнем прямо с этого сразу. Понятия нереального или реального отклонения статистики не существует. Это я вам говорю как магистр госуправления, который закончил 2 семестров курс социальной статистики Колумбийского университета. Я, может, сейчас ни черта толком не помню, но кое-какие вещи я совершенно четко помню. Такого там нету. Нереальное отклонение статистики. Теперь смотрим пример, что имеется в виду. Выпало 10 раз зеро. Может ли это быть для суда доказательством неисправности рулетки? Ха-ха, не может, конечно. Кстати, зеро может выпасть и 15 раз подряд. Это теория вероятности. Это не доказательство неисправности. Это сомнение в том, что рулетка работает правильно. Да? А для того, чтобы ее устранить, эти сомнения... Что делается? Назначается экспертиза, которая требует специальных знаний, бла-бла-бла и так далее. Сами посмотрите, что это означает в ГПК.